Гудсток, дамы и господа, братья и сестры, Мирон на связи. Вы на канале Херувим. И это наше 100-е видео, так сказать, небольшой юбилей. Многих интересовало, почему под своими видео я ставлю хэштег «атеист» и «атеизм». Неужели я рассказываю людям о вере, а у самого веры в сердце нет? Получается, я все это время обманывал своих зрителей, и все мои слова были ложью. Ну что ж, отвечаю, я не атеист, я верю в Бога. Верю в единую Троицу, единосущную и нераздельную. Также сразу хочу сказать, почему меня не устраивает философия атеизма. Говорю сразу, это мое мнение, и вы имеете право на свое. Начнем с того, что атеисты отрицают существование Бога и вечной жизни. Следовательно, смерть – это наш общий конец. Кем бы ты ни был, властителем мира, царем, императором или великим поэтом, художником, ты все равно в будущем будешь лишь гнилой плотью, костями, а дальше пылью. Потомки рано или поздно забудут тебя. Жизнь не имеет смысла. Также в атеизме нет четких рамок у добра и зла, и каждый трактует их по-своему. По сути, вселенная атеиста – это анархия. Я считаю, такой мир попросту не может существовать. Ну а что касается науки? Существование Бога не может быть доказано научно, но это вовсе не доказывает его отсутствие. Возможности науки сильно ограничены материей и временем. Если бы Бог мог быть подвержен научному исследованию, то он стал бы в каком-то смысле частью нашего физического мира, который есть всего лишь часть его творения, и Творец по-определенному существует вне созданного им. Наконец, возможно, Бог не хочет, чтобы мы были в состоянии доказать его существование, и это заменило бы веру на знание. Таким образом, то, что возможно казалось слабостью библейской доктрины, на поверку оказывается великой силой. А что касается хэштегов, то на подобный вопрос я уже отвечал в одном из своих видеороликов. Зачем мне рассказывать про христианство тем, кто в нем разбирается получше меня? Зато возможно, что атеисты после просмотра моих видеороликов изменят свои взгляды. А на этом у нас все. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы и никого не обидел. До скорых встреч!